have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы японцы против американцев. Выбираем кому, я что, вижу где. Я вот сейчас телепортировался на авианосец. Блин, а как управлять пушками? Я рядом с тобой. Самолет. Я вас вижу. Круто. О, чувак, он сел управлять авианосцем. Нормально. Это соседний корабль. Ты на батлшипе, что ли? Да. А, ясно. Я на керриере. Мне. Я самолет хочу. Я тоже хочу самолет, приклинь. Приклинь? Да, приклинь. Чувак, ну... Почему я не могу стрелять из пушек? Потому что... Они реально не стреляются, смотри. Но не стреляется. Да стреляй! Нет, я выпрыгнул! Тупой ты. Я оказался задним пилотом. Короче, на самолете может быть пилот и второй, ну, не второй пилот, а стрелок. Так, стоп, погоди. Что, если я могу приплыть к вам? Я не знаю, мне сейчас стало резко интересно, как это все работает. Ну, тут типа можно сесть за пушку. Я хочу к вам на авианосец. Вот, минуточку, есть кнопка How to Control. F. F это fire. О, я тут. О, самолет. Все, я научился стрелять. Да, это мой самолет, дай мне самолет. Оу. Садись. Я не могу, он занят. Давай, вали отсюда, чувак. Сейчас появится самолет, сядем. Ты будешь стрелком или пилотом? Без понятия, пилотом. Ты упал? Ты меня скинул. Извини, я выпрыгиваю. Ты мог без меня полететь? Я мог быть, да, вторым пилотом там на... Нет, к нам бомбардир идет! Американский! Гаси его! Фух, сбили. Дайте самолет! Я хочу попробовать уже вылететь. Вот кнопка на самолет, чтобы его заспавнить. Смотри, делаем вот так вот. Я думал, блин, это тупо. Стоп. За 13 коинов. Large Bomber. Всё, полетели. Стой! Стой! Меня вернись! Меня украли! Спасите! Меня украли! Вернись нафиг! Меня украли! Спасите! Так, обычный бомбер дайте мне. О, оказывается, на F надо стрелять. Да! Почему я уже горю? Почему у меня появился горящий самолет, вы не офигели? Так, хорошо. Я просто буду... А как летать? Без понятия. Я понял, как летать, все. У меня есть бомбардировщик. Окей, есть топливо. Спасите меня. Мне надо как-то отсюда улететь. Стой! Почему я не могу стать пилотом? Буква F. А как мне бомбу скинуть? Б? Блин, логично, черт побери. А бомба у меня зареспавнится? Нет, черт, у меня была одна бомба, я просто скинул. О, я могу стрелять из пулемета по кораблю, ему это наносит урон. Крутяк, наконец-то, блин, разобрались. Да, я наношу ему урон из пулемета. Есть подводная лодка. Подводная, так и лодка. Я хочу прокатиться на подводной лодке. Блин, у меня жизни мало осталось. И патроны заканчиваются так-то по-хорошему. Почему я не могу взять самолет? О, все, я взял самолет. Ох ты! Блин, жалко, что я бомбу использовал. Я бы сейчас... Я понял, наконец-то, как управлять этим всем. Это, оказывается, довольно несложно. Авианосец горит. Надо его, короче... Я лечу американцев. Я лечу к авианосцу. Я хочу его сбить. Так, у меня есть ракеты. Где мой авианосец? Вон там. Как мне перезарядиться? Наверное, например.
Нет. О, стоп, тут нету перезарядки. Тут нет перезарядки, это сколько все... Сколько тебе патронов дали, столько и должно... Да-да-да-да-да, это все по-настоящему. А я могу сесть? Я скинул бомбу на авианосец. Круто, блин, я своей бомбой промазал. О, блин, подводная лодка уплыла, я не знаю, где она теперь. Стой, точка Б? Точка Б, это, я так понимаю, посадка моя? Бум, еще одна бомба. Откуда у тебя две бомбы? А, блин, у меня самый простой бомбардировщик был с одной бомбой. И у меня еще и топливо заканчивается. Я врезался в бомбардировщик, я был слишком низко, понимаешь? Так, я могу приземлиться? Пожалуйста. Стоп! Я на подводно-лодочной установке. Я могу взять себе лодку. Нет, нет, нет! Черт, я же приземлился. Короче, да, приземляешься, это просто когда прилетаешь куда надо. Все, я наконец-то понял, как это все работает. Как мне залезть в мою субмарину? Куда я хочу, куда я хочу, куда я хочу? О, пожалуйста. Как? Я хочу... Да, блин. Залив, остров. Блин, у нас нет авианосца. О, вот это сейчас печально было. Нам сбили его. Наш авианосец потопили, да. Что я здесь заспаунлю? Да! Торпед... О, есть торпедный бомбардировщик! Дайте, пожалуйста. Заверните два. Почему я не могу... О, я смог. Что это такое, блин? Глянь, как я выгляжу. Ты посмотри на это. Ой, черт, я так утону, сейчас не надо. Так, у меня есть торпеда. Я погружаюсь. И 300 патронов. Я вижу что-то американское. Пойдем сейчас. Блин, я надеюсь, Блин, это если у них сейчас не осталось кораблей, прикинь, как это будет стрёмно, потому что... Я могу запускать торпеды. Да, я же тебе говорю, если ты берешь торпедный бомбардировщик, то ты можешь топить корабли. Но фишка в том, что мне кажется, что кораблей не осталось. Я просто на субмарине, знаешь? Ну, понятно тогда, что у тебя есть торпеды. На моей субмарине подвозит плавает чувак, понимаешь? Он прицепился ко мне и просто плавает, ничего не трогает. Дайте мне американский корабль, я хочу испытать торпеду. Я на этом... Это какой вообще? Ки-43? Нет, это не Ки-43. У Ки-43 не было торпед. Ты видишь такого чувака, который просто по воде едет, да? Нет, карта, в принципе, так-то большая очень, и я... Ну, я иду... Ну, я у острова С. Нашего. Остров А... Плыву, блин, я уже почти половину топлива потратил так-то, по-хорошему. Это чей корабель? Я плыву к острову А, на субмарине. Могу попробовать запустить туда торпеду. Это американский корабль! Я вижу американскую субмарину, я должен ее срочно сбить. Я вижу эту шпионскую американскую субмарину. Да, я попал торпедой! Чувак упал. Шри! Блин, они очень круто попадают. У них... Так, я убил вражескую торпеду. У меня очень мало жизни. Я горю под водой. Вода горит, все нормально. О, там эти американские самолеты. Блин. Попробую. Тут на самом деле немножко странное управление, но когда привыкаешь, оно становится очень крутым. Попробуем вступить в воздушный бой. Я плыву к острову. А ты где? Я на самолете. Пытаюсь стрелять по американским бомбардировщикам. Я, кажется, понимаю. Ху-ху-ху! Минус один! Блин, у меня топливо заканчивается. Тут возле острова Б нашего. Одного я сбил, второй пытается оказывать сопротивление. Да, второй, все, минус второй. Меня задолбало так медленно катать на субмарине. Иду на остров А. Блин, у меня патрон заканчивается. Так, остров Б. А-а-а! Нет,
У меня патроны закончились, и топливо заканчивается. По-моему, топлива мне не хватит, чтобы долететь до базы. Пожалуйста, хвати топлива. Я на острове С. А! Остров А. Блин, у меня не хватит топлива, он сейчас упадет. Чуть-чуть и совсем не хватит. Ай, печалька. Это бомбардировщики. Бомбардир. Круто. Короче, смотри, торпеды крутые, но я от них ожидал больше эффекта. Очень прикольно, очень прикольно. Да блин, каждый раз захожу. Остров Б, говоришь? Давай, я тоже на остров Б сейчас пойду. Так, я уже личик острова Б. Я вообще уже на своей субмарине успел сбить одну тоже субмарину, подводную лодку американскую. Так. Хочу ли я брать торпедник? Не буду я брать торпедник. А я сейчас... взял торпедник. Я сейчас возьму мне этот. Мне нужен второй пилот, знаешь. Большой бомбардировщик или маленький бомбардировщик? Большой. Вот, я на большом. Коша-5. Коша-5. Да, я на Коша-5. Так, это ты? Это не я. Это не ты. Тогда свали, блин, со спауна, чувак! Ой, остров Б разбомбили! Посмотри, как у американцев все. О, привет, привет, это я, это я. Где? Вот. Стой. Я бегу. Сейчас побуду хотя бы немножечко вторым стрелком. Я жду тебя, давай. Почему ты не умеешь бежать? Не умею, я жму на shift, но я не умею бежать. Так, полетели. Ой. Да, круто. У меня есть задняя турель. Это весело. Я вижу, кажется, американский... Не трать патроны! Мы выигрываем? Да, мы выигрываем, не трать патроны. Ой, я попал по нему? Одним патроном. Самолет? Да, самолет. Видишь, он черный самолет летает. Блин, ну я не могу стрелять вперед. По нам лодка стреляет. Так, в общем-то, значит... У меня же турель задняя, я не могу... О, японцы победили. Мы выиграли. Ра-та-та-та! А, блин, я мышкой стреляю, ППФ надо стрелять. Наша задача это была уничтожить все острова. Понимаешь? Угу. Вот, видишь, мы выиграли. Мы есть победить! Я хочу быть американцем. У них очень хорошие бомбардировщики. Пойдем команду выберем. А где? Вот там. Есть надпись Change Team. Да, вижу. Пойдем. А у меня не меняется команда. Кажется, у нас перебор команд. Да, и... ты уже поменял? Да. Блин, ладно. Тогда я за японцев. Так, ладно, ладно. Battleship. Я иду за самолетом. Carrier. Carrier. Почему вы? Как ты догадался про кнопку спауна самолета, блин? Не знаю, я просто заметил, как другие как-то спаунят самолет. Дебил, лети уже, лети. Да свали с палубы, блин! Так, моё. Да дай мне залезть, мой же бомбардировщик. Так. Я лечу на остров... Я лечу на Квам. Да, На Квам? Да, я на Квам. Я, кажется, буду лететь к вашим бомбардировщикам, потому что у меня есть целых три торпеды, или как сказать, ракеты. О, у меня три бомбы есть. У меня тоже три бомбы, понимаешь? Та-та-дам. Я лечу к вам и хочу вас сбить. Это весело. Та-ра-та-та-там. Там-та-дам. Та-ра-та-та-там. Мне просто возле острова У меня нету второго стрелка, это немножечко жаль, но... И возле острова Б и С. Блин, а как мне... О, бомба, привет. Смотри, от первого лица смотришь, летишь. Это чтобы бомбить можно было? Серьезно? Это удобно. Стоп, ты нажал на Б, и ты можешь управлять бомбой? Нет, Б это бомбить, Б это скидывать бомбы. Уху, я это вижу от первого лица, это прикольно. Я вижу ваш авианосец. Где эти америкаки? Я вижу вас авианосец. Да. О, привет, это ты? Перестань залезть меня! Так это ж не ты! Я сбил тебя? Да! Блин, сколько у тебя жизни осталось? 82. Офигеть, я же много попал! Что за фигня? Короче, все, я понял, что я беру. Ты почти все патроны просто промазал. Так, я вижу это. Ой. Так. Они стреляют по мне!
Ясен, красен, блин, стреляют. Бум-бум-бум-бум-бум. Я сразу три торпеды на вас сбил, понимаешь? Ну, вы дымитесь. Очень сильно. Не, все фигня. Так. На острове А должны быть очень хорошие штуки. Мы должны быть очень близко. Вот, да, ты дебил, что ли? Свали с посадочной, ну. А-а-а. Так, у меня есть второй стрелок. Почему? Вот. Так, обычный бомбер мне, пожалуйста, лечу. Зарядите. Кот, стой! Уже? Кажется, по нам прошлась какая-то обойма. А, у тяжелого бомбардировщика, у него двойной пулемет, понятно. Ну ты что думаешь? Ну, я вас вижу возле острова Б. Минус. А, это ты сбил нашего, да? Я тебя вижу. Погоди, погоди, погоди. Гопади. Я вижу просто большой бомбардировщик. Я просто сбил его. Почему бы и нет? Вижу, я могу... Фига себе, ты развернулся! До свидания! Такой в воздухе, опа! Я полечу вот так! Самолеты так не летают! Не! Опа! А я полечу вот так! А просто что это было? Оп! Тут кто-то... Тот, кто самолетами заспамил нас. Так. Не, я пошутил. Я хочу на карьер обратно. Тут тяжело что-то заспавнить. Блин, он горит, зараза. Так-то по-хорошему. Я даже до кнопки спауна не дошел. Вы что, офигели, что ли? Мы стреляем по тебе очень много. Ну, по вашему, моему кораблю. Блин! Авианосец утонул, как только я на нем заспаунился. Вы что, офигели? Вжих. Мы поливаем ваш военный корабль патронами. Авианосец утонул. Свинцом. Батлшип не хочу. Айленд Би давай. Плохой пилот, плохой. Надо было лететь на них и сбрасывать торпеды. Так, ладж бомбер, давай, поехали. Я вижу американский корабль. Это не наш. Это не американский, это наш, черт. Наши два эсминца. Остров С горит. Стой, остров А. А, вон, вижу, все. Пойдем. Высокий берег. О, я вижу ваш потопленный корабль. А я вижу ваши американские корабли. О, я вижу тебя, я вижу. Это ты, да? Вот он, ты. О, я вижу тебя. Иди сюда, я тебя ищу. Я сбил. О, ты не на острове, да, ты не... Я сбил какой-то американский самолет. Он такой летел, я такой, его ходысь, а он такой ходыч, и все. Я просто буду стрелять по вашему кораблю и все. Набираем высоту. Я хотел выпрыгнуть из самолета прямо на ваш корабль, чтобы убить пилота и всех остальных, и дальше улететь на своем самолете, который остановился бы на воде. Понимаешь, это звучит как... Два самолета сбито. Отлично, я тут, короче, это... Это звучит как какой-то сюжет для какого-то индийского кино. Да какой дебил, у нас просто хотел за карту выкинуть, дайте ящики станут. Так, бомбы я выкинул, блин. Но я сейчас пойду еще вот этот самолет собью, наверное. Что-то он так летит беспалевно. Мы так беспалевно просто плывем по воздуху. Надо делать по воздуху. Пойдем по воздуху. Минус. Классно! Три самолета уже сбито. У меня топливо заканчивается, но так-то я вашу авиацию далеко держу.
Ой, еще один самолет. Пойдемте, у меня еще 100 патронов, я могу их разменять на еще один самолет. Да. Привет, чувак. А он сам упал. Как я понимаю, я сейчас лечу к вашему главному острову. Это я сейчас твой главный остров буду бомбить. Я чувака за карту выбросил. Да! Да, это главный остров. Все, короче, я понял. Да. Поехали. Еще немножко, давай. Да, конечно, еще немножко. Обязательно, все-таки будет. Наши самолеты уже взлетают на ваш главный остров. Чувак, свали со взлетки, ну... Да свали со взлетки, чтоб тебя. Давайте, ребята, давайте. Вы сможете это сделать. Там все, что вам надо, это просто взять. И на самолетах улететь туда. Это легко, мы подъезжаем. Мы такой незаметный большой авианосец. Мы просто плывем к вам. У нас куча ребят, которые просто плывут к вам. И еще улетают к вам. Классно, правда ли? Вообще суперски. Чуваки. Чубаки. Я вас вижу. Ну знаешь, по нам уже бомбят. Это неприятно, больно вообще-то. Больно вообще-то, чувак. Шел нафиг. Да какого фига? Фиг ли ты маневрируешь? Тут у парня донатная базука и все. Фиг ли ты маневрируешь? До свидания, чувак. У парня донатная базука, он просто слон кемпер пилота. Это нечестно, смотри. Так. У него реально просто донатная базука. Это нечестно, это by the way. Так, хорошо, бомбы скинуты. Ха, я убил его. Тупую донатную тварь. До свидания. Нет! Вы чё, офигели? У нас жизни отбавляются! Вы чё? Потопите этот эсминец. Давайте, чуваки, взлетайте, взлетайте. Надо уничтожить их главный остров. Сейчас я этот... Хочу потопить. Он, у него сопли одни остались. Да не пилы, блин. Идите. Все, ушел под воду. Остров. Супер. Идите. Мы уже почти приплыли к вашему главному острову. Мы сделали это. До свидания. Не, у меня патроны заканчиваются. Мы сделали это! Мы прям возле вашего главного острова. Мы просто летим к вам. И стреляем прямо в вас из самых мощных пушек. Как вам идея, да? Классно. Давай, пацаны, давай. Взлетай. Ларс бомбер, пожалуйста. Эти... Смотри, они залезают сюда. Они думают, что они смогут противостоять нам. Я сейчас приду, разберусь, погоди. Ой, еще один приплыл. Не, если я успею прийти, то я сейчас приду, разберусь. Ну, блин, это далеко, я могу и не успеть. Давай. Офигеть, как у нас жизни-то отбавляются. Это что такое вообще? Стреляй, пацаны. Вы из чего там стреляете? Мы просто приплыли к вам вплотную с где-то уже 3 боевых кораблей, стреляем по вам вплотную. А, тогда понятно. Ну хорошо, да, это катка слита. Это катка слита. Я умный. Я все время этот план делал. А американки победили на этот раз. Все. Понимаешь, это я привел свою команду к победе. Пацан к успеху шел. Только подумай. Ты сейчас видишь эту картину?
как все наши корабли стоят возле вашего главного острова и уничтожают его. Класс. Я, кстати, видел там один японский корабль, это что было интересно. Ладно, хорошо, ребятки. На этом тогда, наверное, сегодня все. По-моему, прикольная штука, прикольная игра. Можем вам рекомендовать. Тут весело, тут прикольно. Ну, как бы первые пару минут уходит на то, чтобы разобраться, но потом становится круто. На этом тогда пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушков. И всем покеда.